Всем привет! В эфире программа «Культ Фьюжн» – ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. А сейчас о премьерах на большом экране, что можно посмотреть в ККЗ «Панорама» на этой неделе, расскажем в нашей специальной подборке. В основе фильма, несмотря на трейлеры, вовсе не киберпанк, а апокалипсис и все, что вращается вокруг него. Москва становится последним оплотом существования людей. В фильме звучит понятие «круг жизни» после того, как во всем мире внезапно отключили свет. Что-нибудь видел подобное? Я про такое даже не слышал. На Землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальную угрозу, сверхдержавы не развязали атомную войну. Но что-то произошло. Связь с большой частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находятся за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов повсюду следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества? Плюсы аванпоста – это красивая, богатая картинка, показывающая, сколько денег вложено в фильм. Сцены с неоновой Москвой из будущего, разрушенными мостами и горами трупов впечатляют. Неплохое музыкальное сопровождение и попытка внести в идею философский посыл. Возрастное ограничение картины – 16+, и киноконцертный зал «Панорама» на Смоленском 29 ждет всех желающих на премьеру. Заказ и бронирование билетов в ККЗ «Панорама» по номеру телефона 300-033. На этом у меня пока вся информация. Мы с вами увидимся на следующей неделе в новом выпуске программы «Культ Фьюжн». Пока-пока!